Мука? Иду мука. Мука, когда была в земле. Как называется? Пшеница. 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 Растет, да, которая? Да. После сброса земля, ладно? Угу. Потом надет на огонь. Это можно называться хамаса. Хамаса, да? А по-кабардински хамаша? Хамаша. Вот. Хамашка. Да-да-да, будешь знать теперь кабардински. Вот здесь, смотри, огни уже греют людей. Смотри, какой огонь прямо льется. Сходим в хамаш. Вот делегация идет. Спортзал, знаешь, где находится здесь? Я был в этом гостинице «Прибой». Два косаря. Это «Прибой». Зал пойдем заниматься? Пускай. Пойдем в зал заниматься с тобой. Другой. Спортзал. Спортзал, пойдем заниматься? Пойдем? Спортзал. Я хочу пить кофе сюда. А, кофе хочешь? Давай, кофе. Ой, пей кофе. Итак, смуглый, еще кофе продолжать пить. Арабы, все египтяне из-за кофе темнели. Знаешь, что кофе, когда пьют, темнеет, да? Что? Ну, обычный для какой-нибудь. Арабик нормальный? Как обычно. Ну да, как обычно. Ну давай арабский, давай, давай это какие. Хамам, хотите да. Хотите быть таким же черным, как у вас, да? Нет. Я так понимаю, ну разве арабика? Нет, я один раз выпью, мне хватит. Нет, конечно, ночь не спать, так что давай. Работай, на работе. Присаживайтесь, я принесу. Нет, сейчас сниму немножко. Друзья. Это гости, ну, здесь. Да какие гости? Я уже по полгода здесь торчу в работе. Гости. Гости. У нас вот гость. Постоянно здесь. Ты египтянин. Приезжает, уезжает. Приезжает, уезжает. Ну, рассказывает. Как ты так? Все? Надоело ездить туда? Все. А как же футбол египетский? Девушка, будь я повелиться. Это, а как же футбол арабский, ой, египетский футбол? Как же без тебя? Ты же был великим футболистом. Почти Диего Марадона. Египет? Нет, почти таким же был, как Диего Марадона. Нет, у нас обе треки. Еще что-то для вас? Спасибо. Меню можете? А кофе пирожное? Пирожное, сладкое такое. Пирожное. Торт. Он из Египта, он поэтому это. Пока сейчас нет, пускай покопит, потом отберется, хорошо. Впаривают тебе пирожное, чтобы ты купил пирожное и с кофе пил. А кто хочет? Кто не хочет? А покупать надо. Ну рассказывай. Это вот с вами все играют, сейчас смаровый. А передавай это, в Египет привет какой-нибудь. Передавай. Ахлен, ахлен ва сахлен, мархабан. Кайф халек, эзэк амилет. Смотри. Смотрю. Я в YouTube сброшу это видео, напишу по-русски и по-арабски напишешь ты рядом. Хорошо, послушаю. У нас есть две языка. Похоже, я здесь в России. Арабский правильный язык, язык правильно, который это называется фусха. Лога фусха. Ладно? И потом улицу языка, который будет abnormal или unformal. Понимаешь? Можно, если я хочу тебе сказать привет, можно сказать мархаман, это правильный язык. Можно сказать ахлен ва сахлен. Это на улице язык. Можно ахлен. Универсальный. Там есть какой-то... Это уже это надо. Ахлен ва сахлен. Это как в Африке. В Африке есть у них общий есть язык. И потом у каждого своих еще свой есть вариант. Африка это по-другому. Я знаю, но там есть у них общий, как называется, да, был уже, общий язык. И есть у каждого свой еще вариант языка. Как... А в Сирии такой же язык, один в один, там точно такой же, да? Или немножко отличается немножечко, разный, чуть-чуть. Бывает? Или прям один в один, точно такой же язык, сирийский. Сирийский есть, это похоже арабский язык, ну, как габардан и например... Я понял, хорошо, ладно, украинский и русский. Можно как украинский и русский, да, можно как белорусский. Да, все понял. Русский. А как наш друг сирийский, где он сейчас? Какой? Наш лекарь, врач.
из Сирии, который друг ты. Иосиф? Да, Иосиф. Да, Иосиф. Здесь. Ну, так же? Работает. Да. Рамос скоро проехал. Знаешь Рамос, да? А, который вот парфюмерия, да, занимался? Да. А откуда приедет? В Сирии тоже? Нет. Оно из этого? Из Египта. Из Египта, да? Ну, он сейчас в Казан. А. А почему египтяне не любят курдов? Курдов. Курды. Знаешь? Курды? Да. Кто сказал? Не любят говорить, говорят, ой, курды. Кто сказал? Почему? Они же не арабы, да? Курды. Арабы тоже? Да, курды. И орды. Не жордан. Курды. Курды, в принципе, не араб. Это вместе между Ираком и Сирией. А кто это такие вообще? Кто за нация такая? Кто это такие? На каком они языке говорят? На каком? Ну, это давно, очень давно. А язык у них другой, да? Да, это не арабский. В принципе, это не арабский. Турция, то ли. Понял. Турция, люди, это не арабские. Тюркские. Мусульмане, но не арабы. Как дагестанские, как... Я понял, да. То есть разные, да. Разные, да. Ну, в принципе, это не арабские люди. И я никогда не общаюсь с ними. Поэтому не знаю, как отношения. Я не могу сказать, я не вижу, я не люблю или люблю, я не знаю. Сейчас скажу, глаза какие? Глаза карие? У всех? Карие. У всех? У всех, нет? Нормально? Да, так, что ты хотел делать? Что надо делать? Денег на кофе. А я угощаю? Да, у меня есть, просто... Ну ты меня разводишь, а? Миллионер разводит гости, а? Главное, позвал гость. Позвал кофе пить. Пошли как кофе попьем. И плати. Давай, ладно. Я понял. Сколько надо взять? 80. Сколько? 40. Правильно?